школах и дошкольных учреждениях городского округа работа ведется в плановом режиме. Учебные программы не сокращаются и не переносятся на более поздний период. Об этом рассказала заместитель главы администрации городского округа Мытищи Елена Стукалова. По рекомендациям Роспотребнадзора Московской области предложено на усмотрение каждого директора общеобразовательной организации принять решение вывести детей на недельные внеплановые каникулы. Эпидситуация в наших школах и в детских садах говорит о том, что мы делать этого не будем. Наши школы учатся не по модульной системе, которая предполагает 5 недель обучения, 1 неделя каникулы. Наши школы обучаются по четвертной системе. Мы проживаем сентябрь, октябрь, первую четверть, и у нас 26 октября недельные плановые каникулы. Пока в наших школах только 4 класса закрыты в связи с карантинными мероприятиями. Это позволяет нам говорить о том, что мы не будем вводить внеплановые каникулы с 5 октября. Учреждения дополнительного образования и наши детские сады также работают в штатном режиме.